Наша планета Земля. Мы ее привыкли видеть такой, какая она есть. Знать все те организмы и животные, которые мы привыкли с вами видеть каждый день. Но давайте окунемся в то время, когда существовали другие виды животных. Другие миры познания. Давайте обратимся в прошлое. Вернемся ровно на несколько миллионов лет назад, на 65 миллионов лет назад. Как мы видим, наша планета начинает вращаться в обратную сторону, время бежит в обратное направление. Кажется, что наша планета Земля не меняется. Но мы сейчас увидим вместе с вами тот мир, в котором царили доисторические животные. Мир динозавров. Ровно 146 миллионов лет назад некоторые виды динозавров находились под угрозой своего вымирания. Именно в этой серии под названием «На грани вымирания» мы с вами рассмотрим несколько видов самых известных на то время, которые бродили по планете Земля. Знакомьтесь, цератозавр. Плотоядный хищник, массой почти в 600 килограмм, обладал 7 метров в длину и 4 метра в высоту. Эти хищники обычно не ходят по одному, и нам удалось обнаружить двух взрослых особей. Цератозаврам нужно достаточно огромное количество мяса для их пропитания. Цератозавры могли охотиться также по одному. Они могли это делать в одиночку, прячась между деревьями, а затем набрасываясь на ничего не подозревающую жертву. Постоянные кожные паразиты не дают спокойствия цератозавру. А еще и летящий пепел с неба от неподалеку взорвавшегося вулкана начинает волновать наших цератозавров. Знакомьтесь, стегозавр – род позднеюрских растительноядных динозавров, существовавших 155-145 миллионов лет назад. Благодаря шипам на хвосте и костяным пластинам на спине являются одними из самых узнаваемых динозавров. Огромные шипы на его хвосте несли угрозу и смертельную опасность многим хищникам того времени. Скорее всего, стечение обстоятельств. Наши цератозавры и стегозавры оказались неподалеку друг от друга. Цератозавры достаточно близко подошли к стегозаврам, и кажется, они оценивают обстановку. Что же будет?
одно неверное движение может стоить любому динозавру жизни. Это была смертельная ошибка для одного из цератозавров. Цератозавр, по сути, каннибал. И он не побрезгует питаться своим видом. Стегозавры не выходят сухими из воды. Их шрамы долго будут заживать от острых зубов наших цератозавров. Знакомьтесь, диплодоки. Крупные завроподы из Северной Америки. Обитали в юрском периоде 154-152 миллиона лет назад. Достаточно крупные особи того времени. По разным оценкам ученых, вес данного динозавра варьировался от 10 до 80 тонн, и высота животного достигала от 6 метров до 15 метров. Эта долина благоухает растительностью и питательными веществами для наших травоядных. На горизонте мы видим других хищников, достаточно также опасных и быстрых. Аллозавры были хищниками, передвигались на мощных задних лапах, в то время как передние конечности были относительно малы. Скорость передвижения достигала от 30 до 55 км в час. Аллозавры достигали в среднем 8,5 метра в длину и 3,5 метра в высоту. Весили более 1,5 тонн. Между данными видами динозавров неоднократно бывают стычки между собой.
Аллозавры неподалеку учуяли молодую особь, отбившуюся от стада диплодока. Аллозавры – достаточно хищные, тактичные, засадные существа. Им с легкостью бывает по зубам победить жертву больше своего веса. На этот раз нашему молодому диплодоку повезло. Аллозавры убегают. Они почувствовали приближающееся стадо диплодоков. Наши аллозавры в поисках пищи прошли еще около 10 километров вдоль данного каньона. Кажется, они что-то учуяли. Это одиночный стегозавр у озера. Сможет ли он совладать с такими хищниками, как аллозавры? Один из аллозавров получил достаточно смертельную рану от двух ударов хвоста стегозавра, и в скором времени он погибнет от потери крови. Второй аллозавр не решился играть с судьбой. В этих схватках того времени выживали только сильнейшие. Не всегда травоядным везло, как было сегодня в нашей серии. В наших следующих сериях вы увидите еще более жестокий мир динозавров,
а также удивительное их путешествие –